здоровый образ жизни, только здоровые отношения. Все у нас здоровые и очень симпатичные девчонки бывают. Смешанные мысли, не соприкасающие. Все подумали, что программа о ЗУЖе у нас будет, но не совсем. А ты знаешь, она тоже будет немножко о ЗУЖе, потому что наши гости сегодняшние, она очень любит фитнес, она очень любит вот это вот полезное питание, но об этом мы ее будем расспрашивать не в первую очередь. Итак, друзья, доброе утро всем. У нас в гостях сегодня актриса театра и кино Алина Титова. Алина, доброе утро. Да, немножечко слышно у нас, Алина, хорошо? Доброе утро! Прекрасно, отлично, все, супер. Вот, все починили. Слушайте, я хотел лучше узнать. Мы сейчас предварительно поговорили. Ты же закончила там, сколько это, месяц был, да, полтора, был в Лос-Анджелесе. Да, я хотел спросить вот о чем. Экспресс-курсы. Смотри, традиционно ведь русская актерская школа одна из самых мощных в мире, да, считается. Это уже как бы факт есть. Зачем человеку ехать учиться в LA? Вот чего можно взять там, чего здесь нет? Ну, я сначала получила базу нашу, русскую, да, актерскую, а потом уже в качестве такого экспириенса мне было интересно. Во-первых, я хотела увидеть Америку. Первый раз, когда я получала визу, мне не дали. То есть я хотела поехать туда изучать английский язык. Они тебе говорят, ты там замуж выйдешь, да, останешься. Да, они такие, нет, я плакала, и в следующий раз я поняла, что мне нужно все равно сделать это еще раз, и мы отправились с актерами из Мосфильма. То есть у нас было 20 актеров, и мы все поехали в Лос-Анджелес, месяц там учились, вместе жили. И, конечно, это было очень интересно, потому что там не обучают театральному искусству, там все связано с кино. То есть нас даже учили, как писать сценарии. Да, это, как проходить пробы. То есть в обычной театральной школе такого нет. А здесь все это было, были необычные какие-то тренинги на раскрепощение. А еще был очень интересный урок, который мне очень сильно нравился. Это как играть в скетчах. Это как? Это, ну, вот эти все сериалы «Моя прекрасная няня». Ну, где хохочет, да, за кадром. Да. Это же все пошло оттуда, и у них это уже, они специально этому обучают. То есть есть такой же, как работать в этом жанре. Слушай, а у нас же нет такого, да? У нас же все, кто выступает в скетчах, они, как правило, самоучки, да? Ну, у них есть актерское традиционное образование, но именно вот в этом направлении их не обучают. Слушай, там и учат именно этого. Да? Да? Про скетч еще знаете, какой вопрос? Вот раньше, допустим, когда сериал «Друзья» снимали, там же прям зрители сидели, да? Да. И они хохотали, хлопали. А сейчас все равно как-то смех накладывается. Или, я не знаю, «Теория большого взрыва», что там, пример привести. Там люди сидят, смотрят, хлопают, или это все уже наложено? Вот там я не знаю, но сериал «Друзья», там действительно все было так. И мне кажется, вот этот сериал как раз-таки такой самый главный, и я сейчас даже, представляете, его пересматриваю, и мне кажется, что это просто такая база. Вот ты смотришь, как нужно играть в комедии, потому что они очень смешно отыгрывают, у них вообще такие оценки, что ты просто, тебе смешно вот от одних их оценок. Такая у них вот игра. Слушай, а скажи, комедию для тебя играть сложно, потому что у тебя вот такая фактура, у тебя все время улыбающееся лицо само по себе. Мне кажется, тебе легко это делать еще. Мне в университете, наоборот, хотели, чтобы я всегда играла таких героинь, Чехова. Серьезно? Да, они очень всегда... Ну, потому что я внешне... Ну, красавица. Да, выгляжу как героиня. От меня всегда этого хотели, но мое нутро, оно всегда хотело играть что-то либо такое остро-характерное, либо такое комедийное. И, конечно, мне всегда, когда были какие-то самостоятельные отрывки, я показывала клоунов, там всяких бабок, то есть мне хотелось что-то такое, да, и в комедии играть мне нравится, но это тоже, это очень сложно, сложно вообще смешить людей. Ну, потому что многие считают, мне кажется, ну что, вышел в кадр, поржал, смешно всем. Если ты поржал, то это ты как Майорова, а чтобы другие поржали, это нужно, знаешь ли, актерское образование получать. У меня, знаешь, какой вопрос к тебе? Майорова, это я, если ты не знаешь. Я вижу вопрос в твоих глазах. А вот проведем экспресс-тест сейчас в прямом эфире. Кто ты из сериала «Друзья»? Ты Рэйчел? Да, наверное, я Рэйчел, потому что я такая же нелепая. Я когда на нее смотрю, мне молодой человек говорит, Алина, у тебя такие же вот ситуации случаются, потому что она нелепая, вот с ней всегда что-то случается. Вот мне кажется, что я по жизни Рэйчел. Ну-ка, расскажи, нельзя сейчас про нелепые ситуации? Можно, я бы сказала, девочки, о чем вы говорите? Вообще, я единственный человек в мире, который не видел «Друзей». Представляете, я тоже не видела. Я начала смотреть буквально вот месяц назад. До этого я никогда не видела этот сериал, мне все говорили, Алина, посмотри. Это очень круто. Да, и я вообще просто... Когда вот плохое настроение, я включаю этот сериал, и мне становится сразу легко, весело. Слушай, мне кажется, что у вас неплохой утренний разгон уже получился. Мы сейчас прервемся ненадолго и к вам вернемся, друзья. Будьте здесь. Телерадиоканал. Алина Титова у нас
в гостях, и мы уже и за кадром ее расспрашиваем про вот эту вот актерскую школу американскую. Кстати, вот такая специфика интересная. Вот все время мы смотрим какие-то голливудские фильмы и наши фильмы. А потом, когда ты попадаешь на какой-то фильм немецкий или австрийский, тебе немецкий кажется... Немецкий фильм? Владислав, я уже взрослая, я могу. Так я хотела сказать, что эмоции как будто другие. Тебе кажется, что человек либо переигрывает, либо недостаточно выражает эмоции. А все это связано с менталитетом, да? То есть люди просто по жизни изображают себя. Вот тебе там в Америке было как-то тяжело? Тебе говорили, когда ты играл на русский манер, ну что вы тут переигрываете? Или... Лучше переиграть, чем не доиграть. Есть такое? Ну, наверное, да, мне кажется. Ну, не было такого, что нам прям говорили так... Но это другое существование немножко. Естественно, ты должен немножко поддавать, да, грубо говоря. Но за рамки тоже заходить не стоит, потому что иначе это будет какой-то фарс. Ну, а вот, допустим, те ребята, которые были с вами на потоке, американцы, да? Нет, русские. Все русские были? Мы прям занимались русской нашей группой, да. А, то есть вам не с кем было вот так вот сравниться прямо? Нет, мы ходили на их экзамены, смотрели, как они работают. Но там были драматические у них отрывки. А мы вот занимались только русские актеры. Слушай, ну у тебя дипломный спектакль «Дядя Ваня». Ты бы как жахнул им там драму, так драму. Да, кстати, они Чехова тоже играли. Тоже Чехова? И как это вот в их исполнении? Это было интересно. По-другому, вообще по-другому. Они какие-то... Мы такие более... Если Чехов, то мы такие более статные. А они такие... Не чувствуют вот это вот. Ну, то есть у них меньше академичности. Да, вот да, этой, да, меньше академичности. И даже как-то речь у них... Нет такого вот посыла, как у нас учат, да? Если ты играешь на сцене, должен быть посыл. А там сцена маленькая, так уж все очень камерное. И они там немножко так себе под нос. Вот. И, ну... Они больше для кино. И эта школа специализируется. Ну, наверное, там и больше технологий всяких, да, вот можно это преподается. Да, да. Про кино, пожалуйста, Влад, прости, пожалуйста. Мне интересно же. Слушай, вот... Валерий хочет просто в Лос-Анджелес учиться. Несколько лет назад вышла «Война и мир», да, голливудская экранизация. И кто вот родственник Толстого, он сказал, что вот именно так и должно было быть поставлено. Ты не смотрела? А я вот хотела тебе умный вопрос задать. Ну, значит, посмотришь, потом придешь еще раз поговорить. Владислав, прошу вас. Да, был вопрос уже, это да? Был, да, все, я... Все. Вопрос исчерпан. Слушай, я хотел вот о чем сказать. Когда ты оттуда вернулась, ну вот уже осознала все, у тебя это устаканилось, да, в голове. Так, ты все-таки как, ты получила то, что хотела? Что-то новое, чего ты здесь не могла получить? За месяц это очень мало, очень мало. Хотелось еще больше. Мне кажется, если полгода-год провести, у нас там были ребята, кто... Ну, я общалась с ребятами, кто там был год. Конечно, они по-другому существовали. Но, например, на кастингах, когда ты говоришь, что я училась еще в Лос-Анджелесе, ну, помимо того, что я закончила образование там 4 года, да, они все очень скептически к этому относятся. Ну, и что там тебе? Ну, учили. То есть достаточно такое предвзятое отношение. Вот а я часто так? такое встречала, я не знаю. Потому что вот, может быть, как раз это складывается из-за того, что все считают, что русская актерская школа это вот база, и только так нужно делать. А может быть, тебя не завидны, ты им просто визу не дали? Это здесь тебя спрашивали? Да-да-да. Я тоже хотел бы сказать. Алина, это зависть, конечно. Ну, что тут? Слушай, ну вот хотели поговорить с тобой про фильм «Днюха», и вот, кстати, ты сейчас сказала кастинги проходить. У тебя же там был какой-то совершенно необычный кастинг. То есть прям полный метр и странный кастинг. А не было такого впечатления, что над тобой просто прикалывается и выложит там вообще же был необычный кастинг, да? Он же был народным, да, в интернет закидывали информацию и так далее. Мы когда пришли с ребятами на читку, то есть на следующий день у нас была съемка, у нас сидел один мальчик наш, и он говорит, мне кажется, нас разыгрывают. Вы точно не прикалываетесь? Здесь нет открытых камер. Потому что было все очень быстро. Сначала мне позвонила агент и сказала, Алина, нужно... Ну, это не мой агент, это вот просто человек нашел мой номер, да, знает, что вот есть такая Алина Титова. Позвонила мне, сказала, Алина, нужно выложить пробы, где ты не играешь, просто я тебе кидаю текст, и ты вот сейчас прям запиши мне его. Не играй ничего. Я такая, окей, хорошо. Я сидела в пижаме, такая, с несвежей головой, отодвинула занавеску, поставила телефон вот так вот на подоконник, зачитала этот текст, прочитала его так, то есть ничего я там не придумала, просто вот так вот поставила. И потом через несколько дней мне звонят, что все, будут пробы уже с Романом. И тогда мы пришли на эти пробы, нас посадили в такую комнату, было два ноутбука, был мой партнер, я и Роман посередине. То есть мы не так общались, как на пробах обычно, когда ты визави, да, вы сидите параллельно и оба смотрите вот так вот в ноутбук. Это очень странно. Да, и смотрите в ноутбук и говорите по скайпу, хотя твой партнер, да, сбоку от тебя. И сидит Роман посередине, что-то там хохочет, или он там наоборот был серьезно, там по-разному. И они говорят, вы должны играть сейчас, они там не две сцены, как обычно на кастингах дают, а целый сценарий. Все ваши сцены, которые есть между Антоном и Марией, это главные герои, вы должны их всех проиграть. То есть, естественно, никто текста не знал, поэтому приходилось импровизировать. И вот мы пробовали, наверное, часа три.
весь сценарий. Представляете, конечно... Слушай, мы подошли сейчас к кульминации этого момента, да? Вот сейчас самое интересное, что же потом произошло, мы об этом узнаем, друзья, совсем скоро. Сейчас небольшой перерыв, и мы вернемся. Телерадиоканал. А будет все замечательно. Так, мы остановились на самом интересном месте. Значит, виртуальный кастинг странный. Кто-то думает, что снимает скрытые камеры. Кто-то думает, что снимает социальный ролик о зависимости людей в соцсетях. А вам-то как-то, я не знаю, презентовали, объясняли, почему так? А мне объяснили, что это все будет сниматься на телефон. Я такая, что? Это серьезный проект, а вы зарплату заплатите или с ушками? Это полный метр. Конечно, все это выглядело достаточно, казалось какой-то абсурд, потому что полный метр снимается на телефон, но это оказалось правда, действительно. Все снимали на телефон, на GoPro, не было ни одной профессиональной камеры, не было такого, что оператор стоял за камерой, снимали себя сами. Много было таких сцен, где я вот так вот ходила с телефоном, И тут тебе пригодился навык Инстаграма, да, когда нужный ракурс, нужный фильтр. Нет, Рома как раз-таки меня и ругал и говорит: Алина, какие нужны ракурсы? Телефон должен болтаться либо здесь, ты должна наоборот, чтобы этого не было ощущения, что я иду и такая, типа, на себя любуюсь. Нет, должно был телефон и здесь, и второй подбородок. И ноздри! Да, вот эти вот самые ужасные ракурсы, они были все мои любимые. Слушай, классно. Да, потому что выглядело все это, я потом смотрела, думаю, господи. Слушай, у тебя был психологический тренинг, ты приняла себя вообще любой, да, понимаешь? Да. На самом деле это хорошо, потому что... Да и вообще не надо думать о том, как я выгляжу, особенно в кино, не надо бояться быть там смешной, нелепой, страшной. Поэтому в этот момент я все это отпустила, все такие свои женские, да, хотения выглядеть хорошо, отпустила и делала то, что хотел Рома. Так, минуточку. Значит, ты в тот момент отпустила, а потом запустила обратно, я просто смотрю твой Инстаграм. И нет у тебя ни ноздрей, ни вторых подбородков, у тебя все фотографии прям... А вот ключевое слово — фотографии. Ну, то есть ты как бы все равно не готова постить себя без макияжа, говорит: девчонки, мы от природы вот такие, давайте так. Да не, ну почему, я в сторис вообще могу там выйти с утра и вообще не стесняться. А, конечно, фотографии, да, это немножко другое. А вот в сторисе это прям вот такое, true, все как на самом деле. Слушай, говорят, что ты вообще очень любишь свой Инстаграм, ты очень нежно к нему относишься, ты там монтируешь видосики, делаешь специальные фотографии. То есть ты прям блогер-блогер. Ну, не могу сказать, что я прям блогер-блогер, но, в принципе, в перспективе я бы хотела стать, потому что это тоже интересно и такое, как разветвление от моей какой-то профессии, тоже какое-то творчество, и даже эти ролики я начала снимать просто потому, что мне хотелось как-то такой творческий выплеск, да, грубо говоря, сделать, и мне было это интересно, я подумала, почему бы нет. Тут я могу все сама делать, все придумывать, все снимать, монтировать, то есть полностью все зависит от меня. Слушай, а у тебя большое количество подписчиков? Да, небольшое. Нормально. Мне кажется, ты должна быть просто там вот реально. И да, у тебя должны быть миллионы, на самом деле, потому что у тебя потрясающая энергетика и удивительное вот это все, что ты делаешь. Вот это вообще, Владислав, какой ты делаешь комплименты. Спасибо большое, да. Миллионы у тех, кто начал там 2-3 года назад. Всегда очень важно попасть в нужный момент, да, в нужное время. Я немножко считаю, что я опоздала. Надо было не раньше этим заняться. Да ты же моя наивная. Там люди просто накручивают себе и сидят нормально, да. Я хотела тебя спросить. Вот для тех, кто сейчас нас смотрит и пока еще не приобщен к твоему Инстаграму, ты расскажи, что ты за ролики снимаешь, чтобы человек сказал: о, мне надо, пойду зафоловлю. Это тоже такие скетчи на злобу дня, все в таком сатирическом формате. На злобу дня. По-всякому. Слушайте, нам надо прерваться сейчас, а давайте вот тему Инстаграм прям закроем сейчас. Как аккаунт твой называется? Тит Алина. Друзья, прямо сейчас заходите и подписывайтесь. Да, первые три буквы фамилии — Тит Алина. Буду рада. Ну и через поисковик на «Я» тоже прекрасно находится. Да, ну и мы тоже скоро вернемся, друзья. Будьте здесь. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Один на всю страну, который вам рассказывает все самое интересное и самое важное. Алина Титова, актриса у нас в гостях. Алина, ты же вот... Выглядишь потрясающе, блин, потрясающе. Все, как вы поняли, Владислав, все, он уже у ног, он уже прям говорит: Алина, забери меня с собой домой, но нет, Владислав. Нет, я сегодняшний день чувствую себя абсолютно счастливым человеком. Это нормально. Я хотел сказать, кстати, к нашим слушателям и зрителям обратиться. Если к Алине у вас есть какие-то вопросы, друзья, можете смело задавать в нашей группе ВКонтакте, в комментах. И +7 909 928 1 89 9. Не надо сверлить меня.
Так смотрим, продолжительно. Вайбер, WhatsApp, смс-сообщение, пожалуйста, добро пожаловать. Алиночка с большим удовольствием на них ответит. Это просто моя обязанность. У меня все, спасибо за внимание. Девочки, продолжаем. Пожалуйста, ну и ну тебя, да. Слушай, ты же, вот помимо того, что ты актриса, ты какое-то время задумывался, чтобы на телевидении вести эфиры, и даже закончила высшую школу телевидения. Да. Скажи, вот ты сама по себе, да, то есть ты органичная, веселая, какая-то прямо у тебя энергетика. Тебя в школе телевидения чему учили? Тебя учили быть серьезнее, тебя учили как-то, я не знаю, руки правильно держать. Чему можно научить, Владислав? Простите. Да, не обращайте внимания. Ну вот твои впечатления о школе телевидения, как-то тебя изменило это, дало тебе какой-то навык ведения? Не бояться камеры. Именно когда ты на нее, в нее смотришь, да, грубо говоря, потому что когда я играю там, в сериалах, в фильмах, я не смотрю, камера где-то там, она на меня смотрит, да, а в эти моменты ты должен сам смотреть в камеру, и для меня самое сложное это было вести новости, потому что там ты должен быть предельно собран, руки, вот про то, что вот руки правильно нужно складывать, и, конечно, для меня вести новости это было... А когда у нас веселые были какие-то программы, мы там сами придумывали, там, не знаю, топ-5, там, самого, там, не знаю, самых необычных законов в мире. И вот такие вот какие-то веселые программы, более легкие, в таком молодежном формате, мне они вообще хорошо давались, а новости, конечно. А, еще учили быть корреспондентами, мы ходили, делали какие-то репортажи, сами монтировали, опрашивали людей, ходили с операторами, с камерами, все было по-взрослому, и это было... Ну, это было уже сколько? 3 года назад это было, ну, да. Слушай, ну я не могу тебе представить, как вот Алина Титова сидит, читает новости Госдумы. А я могу запросто представить. Не, ну как актриса ты можешь сыграть, конечно, но это... Прямо так, ну, причесочка такая, да? Ну, вот да, тут вот шишечка. Это, во-первых, новости ведут все женщины уже постарше, потому что они должны вызывать доверие. Молодую девушку не посадится, потому что скажут, что за молодуха там сидит. Вот, Валерия, это новости пора мне, да? Намек, да, пожалуйста, переключайся уже. Мне вообще никогда. Слушай, я хотел вернуться к кастингам. Я знаешь, какой вопрос тебе хотел задать? Вот кастинги, их же много на самом деле. Ну, все равно их все проходят, да, и начинающие актеры, актрисы, и именитые уже, и в том числе мегазвезды, они тоже говорят о том, что я проходил кастинг и не прошел в итоге. Скажи, когда тебе говорят «нет», да, такое же происходит, это бьет по самолюбию? Ну, понятно же, что это неплохой актер, потому что просто по фактуре не пошел, да, по типажу и так далее. Ну, или день был не тот, в конце концов. Да, бывает, что ты просто понимаешь, что мне присылают роль, да, сценарий, я иду, я просто понимаю, что это не мое, например. Ну, вот вообще не мое. Но все равно иду, да, для какого-то знакомства, для какого-то опыта, себя испытать, да, тоже. Но часто такое бывает, и я вообще никогда не расстраиваюсь по этому поводу. В моей жизни было огромное количество кастингов, и я всегда всем начинающим актерам тоже советую, вот 300 кастингов пройдите, и только потом говорите, что это не ваша профессия, потому что нужно ходить, везде требуются разные типажи, разные фактуры. Вот вы можете понравиться как человек, а можете нет, поэтому ходите, пробуйте, и никогда не нужно этого бояться, и говорить, все, я ухожу из профессии и так далее. Не надо этого делать. А нужно человек еще не пришел в нее даже стучаться профессии. Стучаться в двери, да-да-да, потому что у меня были такие знакомые, которые говорили, ну я сходила на 5 кастингов, и меня не взяли. Наверное, это не моя профессия. Я говорю, ты что, с ума сошла? Нужно ходить, стучаться, добиваться. Это же тоже такой процесс, ты в нем тоже растешь, поэтому... А сейчас, кстати, очень много кастингов нужно сам себе записываешь на телефон. Вообще никуда ходить да, не надо. Да, иногда, когда я действительно говорю, я не могу приехать. Вот они говорят, Алин, запиши на телефон. И это тоже хорошо. И в Америке, кстати, часто такое бывает, даже уже больше, чем живой кастинг, потому что здесь ты можешь сам расслабиться, позволить себе побольше дублей и отсмотреть, там, выбрать, какой тебе кажется лучше. И это тоже, мне кажется, большой плюс. Слушай, ну кастинги, это же вообще веселое мероприятие. Там огромное количество приколов бывает. Во-первых, когда режиссер встает, вот ты там заучила что-то, пытаешься, а он тебе говорит, а вот представь себе нестандартная ситуация, та-да-да-дам. Ну и как вот из этого выходить? Бывало с тобой что-нибудь подобное? Да, нужно всегда. Это очень смешные кастинги на рекламу обычно. Они там просят какие-то необычные задания давать. Ты должен представить кучу предметов в комнате, взаимодействовать с ними. Это всегда очень нелепо смотрится. А в кино, ну такого, что прям что-то очень странного, мне, наверное, не давалось делать. А было один раз такое, что меня утвердили на фильм. Я туда прихожу, все, мы снимаем, уже там дней 10 отсняли, это было в Калининграде. И потом режиссер ко мне подходит и говорит, а так, Алин, ты же там скейтерша, да? Короче, вот здесь нужно будет проехать по вот здесь вот на скейте. Я говорю, какая я скейтерша? Я не скейтерша. В смысле скейтерша? Он говорит,
ты не скейтерша? Я говорю, нет. Он такой, ну иди учись. То есть он до сцены, я там должна была, до сцены там было несколько часов, я каталась на этом скейте, мне дали какой-то кривой скейт, то есть не было разговора, ну, что-то будет там, дублер какой-то делать, каскадер, делала я, и очень смешно. А если ты упала? А в итоге чем закончилась история? В итоге закончилась тем, что по кадру было видно, что я никакая не скейтерша, что я очень коряво катаюсь. Я говорю, ой, а давайте он меня возьмет за руку, и мы будем вместе ехать, чтобы, ну, как вот как парочка мы там ехали, там, и у меня была сцена с молодым человеком. А вот такое бывает, да, потому что мне никто не сказал про то, что должна быть скейтерша. Мне сейчас сразу вспомнилось Муравьева, да, отползай, отползай. Слушай, ну опасная профессия, вот ты, а тебе ведь еще и с парашютом приходилось прыгать. Да, ну с парашютом там не по-настоящему, но нас поднимали, да, приходилось по крышам лазить. Потом было, что в холодную воду, вот в холодную воду это, конечно, самое жестокое. В бассейне тоже я плавала, он был ледяной, там нужно было показывать, что он счастлив, да. И вот такие иногда, а потом вот самый такой запоминающийся момент для меня, это был в днюхе, когда меня посадили в Самаре за незнакомую машину, я ехала по незнакомому городу в центре, у меня здесь был сбоку телефон, где был мой партнер, с которым я должна была играть. То есть я должна была ехать, да, следить за дорогой, играть сцену. А тут нужно еще сказать, что самарские дороги — это ужасные дороги, да? Да, там еще были какие-то пробки, это был центр города, движение было очень плотное, я должна была смотреть его, играть сцену. И еще было дико жарко, потому что нельзя было открывать окна, там было 40 градусов, у нас даже телефоны выключались. Тоже минусы, ну, как бы снимать все на смартфоны, потому что телефоны садятся, перегреваются, да, и тоже у нас были разные неполадки с этим. Слушайте, сплошные мучения — это ваша актерская профессия. Ничего не мучения, нормально. Это наоборот, как Цезарь, сразу можешь сделать много функций в одно время. Паузу возьмем небольшую. Давайте возьмем. И скоро продолжим, друзья, будьте здесь. Телерадиоканал «Страна ФМ». Слушай, кстати, я же знаю, что ты вокалом занималась. Это было давно неправда. То есть ты прям реально хотела петь? Все актеры занимаются вокалом же, да? Конечно, в университете все поют. Ну ты же до университета, ты прям хотела быть певицей. Ну это в детстве. Нет, конечно, занималась, да, но это все было... Я готовилась к университету, в университете мы пели, танцевали, акробатика, все, естественно, все это было. А что у тебя сопрано, у тебя альт, может быть, у тебя бас? Сопрано. И какие партии тебе даются лучше всего? Что, нормальный вопрос, да, сейчас? Вот хороший вопрос. Хорошие партии. Чувствуется, ведущий готовился. Хорошие партии. Хорошие партии, ну и поговорили. Так, а я еще знаю. Я еще хороший вопрос сейчас задам. Ты прям такой зожник. С нарушениями иногда. Это как? Зожник с нарушениями, что-то новое. Ну это иногда, когда ты думаешь, о, хочется так чего-нибудь сладенького. Ладно, сегодня съем, завтра все будет как обычно. Я не ругаю себя, если я чего-то хочу съесть сладкого. Я люблю сладкое, иногда я могу себе это позволить, но в основном, конечно же, себя ограничиваю. Слушай, значит... ну тут вопрос в том, как часто ты это делаешь, понимаешь? Потому что одно дело там в пятницу вечером раз в неделю, другое дело каждый вечер. Это уже совершенно другая история. Нет, конечно, редко, там раз в 2-3 недели, редко. Но я, знаете, я тащусь от зожников, которые вот занимаются самообманом, а обманом других людей. Они говорят, да вы что, вот эта морская капуста, прессованная с вот этим вот сахарозаменителем, это божественно. И ты думаешь, чего? При меня тоже так всегда говорят. Да ешь вот это карри. Да, я когда ем, говорит, как ты это ешь? Я говорю, это очень вкусно. Говорит, ты сама это себе внушила. У меня много таких каких-то странных продуктов, которые я люблю. Кстати, расскажи, какие страны? Помимо морской капусты, что еще? Может быть, мы возьмем себе на заветочку тоже? Ой, я не знаю. Я помню, делала один раз творог с желатином и с белком, и туда сахарозаменитель клала. И все это взбивала. Но белок я брала пастеризованный, потому что, чтобы он был без микробов. Да? И это все взбивала, и это было очень вкусно. Подожди, а это сладкое было? Ну да, это как такое... Или это заливное у тебя? Это заливное, да. Но оно было такое сладенькое, молочное, такое, в принципе, такое между мороженым. Ну, конечно, сейчас, если бы я попробовала, это у меня было не так давно, я его делала. Сейчас мне кажется, что оно не очень вкусно. И все мои, вот кто со мной тогда жил, моя подруга, она говорила, господи, как ты это ешь? Что это? Что за бодяга? Девочки, прекратите об этом рассказывать. Нет, почему? Я хотела тебе сказать, а может быть тебе еще одно направление, вот видосики, не только скетчи делать, но и всякие вот меню интересные там. Знаете, у меня даже есть в планах пойти учиться на нутрициолога. Я бы очень хотела, потому что мне эта тема очень интересна, и мне кажется, что у меня бы получилось. А скажи, пожалуйста, для тех, кто не понял. Ну, я не буду показывать пальцем. Нутрициолог — это человек, кто... Это наука о питании, скажем так. А ты удивишься, я знала. Да, есть
есть диетологи, нутрициологи, да, они там помогают людям, кто хочет постранеть, кто хочет похудеть, кто хочет набрать мышечную массу. Я же еще спортом занимаюсь. И, в принципе, я бы даже хотела это совместить именно вот, чтобы я могла и тренировки какие-то расписывать. Но сейчас тоже этого очень много, но мне это интересно. Слушай, а спорт, это как, извини, Лер, пожалуйста, спорт, это конкретный вид спорта какой-то, или общий фитнес, я занимаюсь в зале с утяжелителями, да, со штангой, у меня есть тренер, и я стараюсь там два раза в неделю к нему ходить, и там мы работаем. Слушай, да. А когда ты будешь все это совмещать? То есть у тебя набирающий оборот актерская карьера, да? Знаю. То есть ты уже там как бы состоявшийся телеведущий, который просто в поисках своего проекта. И когда же ты будешь расписывать эти тренировки и вот эти вот запеканки? Запил роликов в Инстаграм. Да, да, да. Да, это тоже, знаете, драм-кружок по фото, мне еще и петь охота, это вообще про меня. Вот у меня очень много интересов, и я даже иногда не знаю, за что хвататься. Ну ты все доводишь до конца, или ты прям, ладно? Ну когда как, когда как. Ну вот видите, учебу в МГУ я не вела до конца, я училась там на журналистике, но тоже были какие-то причины, да, почему я этого не сделала, но тем не менее тоже отличный опыт. Все равно это все в копилку, все в жизненный опыт, и это всегда интересно. Тем не менее, ты туда поступила, и ты уже можешь всем говорить, я умная, ого-го, я в МГУ поступила. У меня был студенческий МГУ, так всем его с гордостью сюда показывал. Ты прям такая, у меня проездной студенческий с гордостью. Да, да, да. Даже один раз полицейский меня отпустил. Я выезжала как раз из МГУ, и что-то я там как-то неправильно на желтый проехала, и когда ему показала свой студенческий, я говорю, извините, я студентка, я тороплюсь домой. Он меня даже отпустил, сказал, ну ладно, студентка МГУ, молодец. Отпустил меня. Я по поводу Инстаграма хотел пару слов еще сказать. Смотри, это же мы говорили про кастинги, и то, что сейчас, поскольку технологии развиваются, да, и многие просят снять на телефон, просто прислать. А ведь Инстаграм наверняка же может быть такой титульной страницей, да, вот творческого человека, актера, да? Ведь, ну, условный там работодатель, грубо говоря, может зайти туда и посмотреть. Поэтому здесь смысл, да? Наконец-то ты догадался, ладно. Как-то внезапно вдруг я понял, да. Да, да, такое бывает, и мне даже предлагали иногда роли, как там, посмотрели мою страницу и предлагали. Было такое. Вот сейчас тоже прислали короткометражку, сказали, Алина, посмотри, это люди, которые видели меня в Инстаграме. А, кстати, то короткометражки, есть, да, они обычно артхаусные какие-то. Ты соглашаешься на такие проекты, которые не несут прям 100% успеха, что, может, тебе потом скажут, что ты там чайк перекладывал, это же странно. Мне кажется, я бы хотела попробовать себя в артхаусе, но пока такого не было. Ну ничего, все, да, впереди у тебя есть титульная страница. Вы сейчас, конечно, удивитесь, но у нас осталось 20 секунд буквально, поэтому... друзья, Алина Титова, актриса театра и кино, была у нас в гостях. Алина, потрясающе выглядишь сегодня. Спасибо большое. Да ты и выглядишь потрясающе. Подписывайтесь на Инстаграм Алины Титовой. Да. Тит Алина. Точно. Все, всем буду рада. Спасибо тебе большое, приходи. Спасибо. К нам еще, и будем ждать. И успехов тебе огромных. Пока. Все, мы тоже прощаемся. До завтра, всем пока. Телерадиоканал.